Так, сегодня 19 мая 22 года, Алекминский район, не доезжая до нефтебазы. Снимаю реку, где-то разлив произошел, солярки или не знаю что. Вот эта река полностью, все, видите, разводы, все текет со вчерашнего вечера. Вчера в 8 вечера обнаружили. Это все, видите, какой большой разлив. Это очень много, не знаю сколько, очень много или солярки, или мазута, или что, непонятно. Я не разбираюсь. Вот, смотрите. Так, с утра дождь тут. Не знаю, видно, не видно, но снимаю. Этот разлив дошел уже утром до нефтебазы было. Сейчас, наверное, уже ниже. Видите, какой большой разлив. Там выше стоят суда, где этот затон на зиму, на хранение. Видимо, там произошло что-то.